ознакомить вас с картиной предстоящего аукциона первый 22, который мы проведем 28 января по адресу Народной воли 62. Вот эта картина, картина Владимира Вахменина, нашего классика уральского региона. Картина называется «Натюрморт с яблоками», 60 на 50 формат этой картины. Вот она с задней стороны, 2016 год. Что можно сказать про эту картину? Что сделала она в лучших классической манере? Вот, на простом дощатом столе, не покрашенном, вот, небрежно брошенные листья, кленовые листья, яблоки лежат на тарелочке, в корзиночке и кувшинчик. В кувшинчике глиняном, скорее всего, молочко, прикрытое тряпочкой. Так делали всегда хозяйки, чтобы туда не падали мухи, вот, и чтобы оно оставалось чистым и свежим. Вот такая картина, теплая, уютная, кусочек природы всегда будет у вас дома, если вы захотите эту картину приобрести на аукционе. В прямом эфире мы будем по телефону 371-11-53. Вот, можете делать заявочки заранее, если что, следите за нами на Фейсбуке. Ждем вас в гости.